Кирк Дуглас и Джеймс Кэуберн в фильме «Кто первый?». Также снимались Александра Бастедо, Грэхэм Джарвис и другие. Оператор Ласло Джордж. Композитор Кен Уонберг. Сценарий Стэнли Мэна. Продюсер Рональд Коэн. Режиссер Стивен Хиллард Штерн. Хочешь меня пристрелить? Никогда не приходилось видеть простую палку с курком. Может быть, ты меня хочешь избить до смерти? А у вас тоже нет пистолета? Вот черт. Самая лучшая шляпа. Единственная. Ну ладно, иди сюда. Я не хотел тебя напугать. Как тебя зовут? Мойзес. Мойзес. А почему ты не в школе? А я ее не люблю. Читать книги и уметь писать — это самое лучшее. Да полно знаменитостей, которые не умели ни читать, ни писать. Кто именно? Билли Кид. Билли Кид? Этот пройдоха, который ничего не умел делать, кроме как вертеть в руках пистолет или нажимать на курок? Каждый может это делать, у кого есть пальцы. Иди в школу лучше. Смотрите, лошади у кого-то погнали. Да. Ну что, вы ничего не можете сделать? А что я могу сделать? Ну остановить их. Вы же не такой еще старый. Thank you.
Надо было всего дернуть за один повод, а у меня всего один и есть. А ты что там делаешь? Наш возничий отказался работать, потому что нам нечем было ему заплатить, поэтому одна из ваших дам решила вас угробить, да? Сэр, пожалуйста, будьте сегодня нашим гостем в соседнем городе. Можете взять кого-нибудь с собой, приходите на наш спектакль. А что у вас там будет? Ну, мы ставим Шекспира, Цезаря, короля Лир. Похоже на еду. Мистер Гибсон, мы так никогда не доберемся до Белл-Сити. Поехали. Вот это да! Как здорово! Очень здорово! Очень, очень. Сначала мне ничего не получилось. Еле остановил их. А что это у вас там на спине? Это пули? Да. Как называется этот город? Белл-Сити. Только не знаю, зачем кому туда нужно ехать. Там ничего никогда не происходит. Чарли Такер говорит, что единственное, чего там можно ждать, это какого-нибудь пожара. Кто такой Чарли Такер, мой лучший друг? Ну что ж, в этом мире нужно беспокоиться только о двух вещах. Есть ли у тебя храбрость и смелость, и второе — это какой у тебя друг? Поменяем ему подкову на передней левой. Дверь закрой. Виски. Твои 10. И еще 100. Реджи, это должна быть честная игра. Вы откуда? Кто этот коротышка с большим ртом? Наверное, вы имеете в виду Реджи Белла. У его отца весь город в руках. Играем, Эрон, играем. Две. Вы были в Белл-Сити раньше? Никогда. Меня зовут Леонард. Очень приятно. Посмотрим, что скажет его женушка теперь. Разрешите к вам присесть, джентльмены? Покажи свои деньги. Красавчик Гарри Холланд.
Но, мистер, вам придется сесть с голой задницей на вашу лошадку. Мне две, и все равно какие. Мне тоже две. И мне две. Ну-ка, Эрни, выдай нашему незнакомцу пару карточек. Все равно там у него ничего нет. Сейчас мы у него заберем все его денежки. Пусть он запомнит свои карты. Еще ставим. Двести. Я пас. Могу дать больше. Потихонечку, потихонечку я тебя раздену. Двести. И еще 200. Я пас. Мистер, у тебя что, в голове помутнение? Двести. И еще 200. Может быть, у меня в глазах тоже помутнение, как и в мозгах, но я вижу только 200. Не волнуйся, не волнуйся. Где? Я пошлю в банк, я подожду. Я напишу бумагу. Любой банк в округе будет счастлив выдать по ней деньги. Это правда. Хорошо, я возьму. No need. Full house. Тебе этого не нужно делать. У меня фоль. Вот это да. Флэш рояль. Я вот пытаюсь вспомнить, и никак не могу, где я еще мог видеть такого идиота, у которого в мозгах одно дерьмо. Спасибо, джентльмены. Вот он. Ты не в школе? Да занятия уже кончились. Мозес, я хочу, чтобы ты выбросил эти идиотские идеи о Билли Киде. Иначе у тебя ничего не получится. Мистер Холланд? Ну-ка, уйдите от него. Вы куда? Иду в банк. Вы туда не пойдете. Как это? Мы бы очень хотели, чтобы вы уехали из города как можно быстрее. Как только я превращу эту бумажку в деньги, мы вас просим по-хорошему. Как только я выйду из банка, я сразу уеду. Вы туда не войдете. Не понимаю. Эту бумажку мне написал мистер Белл. Если я не войду в банк, то как я получу свои деньги? Эти деньги так же твои, как то, что коровы летают. Реджи, я выиграл эти деньги честно. Честно. Да уж. Я прямо писаю. Грабитель. Убийца. Точно. Красавчик Гарри Холланд.
Да. Это я. Было у меня кое-что в прошлом, было. Но я заплатил за это, шериф. В тюрьме. Я отсидел 15 лет. Ты жулик. На твоем месте я был бы поаккуратнее с выражениями. Он мне угрожает. Заткнись. Мы не хотим неприятностей. Я тоже не хочу. У нас очень хорошая репутация, и мы бы очень хотели, чтобы вы как можно скорее отсюда уехали. Как только получу свои $200, ты туда не войдешь. Вы будете не первым шерифом, кто целится мне в спину. Но всегда мне удавалось стрелять первым. Черт! Убей его! Испугался! Да замолчи! Черт тебя возьми! Как только вернется твой отец, я сразу с ним поговорю. Он тебе задницу намылит. И отнимет у тебя звезду шерифа. Ну что будем делать, шериф? Извините, но шериф сказал... Здесь... Эта бумажка стоит 200. Я не могу. Заплати ему. Что вы будете с этими деньгами делать? Они вас отсюда не выпустят. Что за городишко? Все хорошо, все чистенько. Все мирненько. Куда вы мусор выбрасываете? Никогда не думал, что я буду брать деньги, которые принадлежат мне так же, как я брал те, которые мне не принадлежали. У вас нет чувства юмора, ребята. Ты действительно Холланд? Да. Ну-ка, по домам быстренько. У него мои деньги. Замолчи. Но он жульничал, а теперь уходит с моими деньгами. Холланд. Шериф. Я сажусь на лошадь. И еду в Мексику. Сукин сын. Кто-нибудь помогите. Пойдем, Бесс. Это не наше дело. Доктора позовите. Сейчас позову. Ну что, уставились? Аккуратней, аккуратней. Сейчас, одну минутку. Готово. Смотрите. Все будет нормально. Чуть на куски меня не изрезал. На куски я однажды зарезал только одну вещь. В каком смысле? Я вообще-то не тот врач. Я дантист.
Well, that'll be $5. $5. Three. In my saddlebag. В моей сумке. Thank you, sir. Спасибо, сэр. Может быть, доктор Уэбстер придет после того, как кончится собрание. Какое собрание? Но они хотят решить, что с вами делать. Некоторые хотят вас линчевать. За что? Шериф умер. Умер. Черт. Ну, значит, я еще... умею стрелять. Do you have any friends? У вас есть друзья? Многие из них уже давно на том свете. Но кто-то вас должен отсюда из моей комнаты унести. Мне нужно на репетицию. Придется пропустить. Не поняла. Сядьте. Lady. Куда? Я же сказал, сядьте. Вы не посмеете. Если вас здесь не будет, то моя жизнь гроша не стоит. Сядьте. Он убил шерифа. Что нам делать с ним? Бандит. Неужели не ясно? В нашем городе всегда уважали закон. Он прав, Реджи. Ты проиграл эти деньги. Давайте сожжем отель. Это мой отель. Я никому не позволю этого сделать. Нельзя думать только о себе. Там наша актриса. Еще тебя тут не хватало. Тихо. Мэр, единственный способ расправиться с ним — это убить его, Реджи. Я тебя посажу в тюрьму за то, что ты оскорбляешь людей этих. Мэр, ну сейчас представляется слово редактору местной газеты. Спасибо. Перед тем, как мы сожжем отель или взорвем его, и перед тем, как убьют актрису, давайте с ним поговорим. Поговорим? Попросим его, чтобы он сдался закону, а потом предстал перед судом. У тебя что, не все дома? Ну так делают во всех цивилизованных странах. К сожалению, шерифа с нами нет для того, чтобы выполнить эту задачу. Может быть, это сделает его помощник? Нет. Нет, нет. Я уже не помощник. Как? Я больше не помощник. Такой человек, как Холланд, он убьет меня, как муху. Найдите кого-нибудь другого. Кто-нибудь желает? Я с ним встречусь. Извините, вам пришлось пропустить репетицию. Неужели? Может быть, вам прямо перед отелем сыграть? Смотрите, сколько там народу. Может быть. Мне и вас хватает. Я хочу поблагодарить вас. Не надо. Вы как-то смешно говорите. А что я сказала? Не то, что сказали, а как сказали. Если кто-то говорит смешно, то дело не в том, что он говорит, а как он это говорит. Но я это и сказал.
What kind of word is that? Что это такое? As you like it. Shakespeare. Это Шекспир. Кто? Неважно. I've seen shows, you know. Я много чего видел. Был в кабаках разных. Ну и что они с вами собираются сделать? Сдернут меня на дереве? А вы что собираетесь сделать? Как-нибудь прорвусь. А вот то, что они говорили от вас, это правда? Мистер Холланд. Мистер Холланд, I'd like a word with you. Мне нужно с вами поговорить. О чем? Give yourself up, Mr. Holland. Сдавайтесь. Предстаньте перед судом. Все обстоятельства будут учтены. Чушь. Но вы не можете держать заложницах эту женщину. Уберите людей. Приведите мою лошадь, и я уеду. Это невозможно. Я безоружен. Ты еще коротконогий. Липпард! You okay in there? Липпард, что с тобой? Мы здесь стоим, а его там убивают. Что там происходит? Если он тронет хотя бы один волосок с ее головы, убью его. Кто со мной? Что это за стрельба была? Он так ставит точки в своих предложениях. Что случилось? Что он сказал? Ему нужна лошадь, и чтобы все ушли. Как же? Нет, сэр. Не получит он никакой лошади. Только веревку на шею. Но у него там женщина. Надо соображать. Я соображаю. Мы его убьем. Кто его убьет? Только один человек это может сделать. Только один. Сэм Стерт. И я тот самый, кто знает, где он. Красавчик Гарри Холланд. Да. Неужели вас так и называли? Да. Красавчик Гарри. Вы говорите, что выиграли эти деньги честно? Выиграл. И вы стреляли в шерифа после того, как он вас ранил в ногу? Да. Ну тогда сдавайтесь. Что, с ума сошли? Но они же вас не отпустят без суда. Какого суда? Но это же человек обещал вам честный суд, да. Сначала меня засудят, потом повесят. Почему вы так уверены? Потому что я уверен. Единственный выход отсюда — это прорваться. А я?
looking for Sam Starrett. Мне нужен Сэм Старрет. Why do you want him for? Зачем? Something he's the only man can. Он единственный человек, который может сделать то, что я хочу. Найди кого-нибудь другого. Пусть сам решает. Я за него решаю. Чушь, он до него никогда никто ничего не решал. Хосе! Спокойно, спокойно. Ты знаешь, сколько я сюда ехал? Я должен с ним поговорить. Ты кто? Я Уолли Бладжет. Я его друг. Я бы не хотел, чтобы он узнал, что ты меня не пускаешь к нему. Ну ладно. Посмотришь на него и сразу уедешь. Поехали. Ну, уходи отсюда, к чертовой матери, Билл Дрик. Как он помнит еще этого Билла Дрига? Он много чего помнит. Когда засыпает, он помнит всех тех, кого он убил. Конечно, это же была его работа. Сэм, это я, Уолли. Кто, кто? Это я, Сэм, я. Проснись. Уолли? Я? Давай выпьем. Нет, хватит сюда. Что здесь происходит? Опять. Что вы с ним сделали? Дерьмо собачье. Я только что приехал из Белл-Сити. Ты там нужен, ты понимаешь? Там нужен шериф. Только ты можешь справиться с этой работой. Ты им нужен, Сэм. Подожди. Сейчас я выпью. Сын, ты... Столько пьет, и еще живой. Сейчас, я... Подожди, подожди. Нам нужен шериф. Он рожден для этой работы. Нет, он мой. Мой. Я сделал его счастливым. Он немного пьет, и я его люблю. Он мой. Мой. Убирайся отсюда. Я сейчас уйду. И как только вернусь, чтобы тебя не было. Ладно. Не подходите к этой двери. Вы думаете... Что я думаю? Что-нибудь придумаю. Тогда выберемся. А что там в Мексике? А почему вы спрашиваете? Просто хочу поговорить. Мне интересно. После того, как умерла жена, моя дочь уехала в Мексику. У нее там двое детей. У вас есть внуки? Да маленькие совсем. Сколько им?
So did I. Она must have been a child marriage. Женилась очень молодой, я тоже. Значит, вы женились в детстве? Заштопать сможете? Ну хорошо, я сейчас сниму этот платок для того, чтобы ты что-нибудь выпил. Где я? Ты что, Сэм? Тихо, тихо. По-моему, за нами вязались какие-то бандиты. Ты меня похитил. Тебе надо что-нибудь выпить, иначе ты умрешь еще. Тихо. Это же вода. Черт. Дай мне текилу, что-нибудь крепкого. Нет. Ну, ради бога, нет. Ты нужен для этой работы трезвым. Куда ты меня тащишь? Зачем? Белл-Сити. Нам нужен шериф. Храбрый человек, я обещал, что это будешь ты. Зря. Я туда не поеду. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую тебя идиотом. Я умираю. Уолли, дай мне выпить. Нет, ни капли не дам. Сначала поешь. А если я съем, то ты мне дашь выпить? Ни капли. Нет, ну хотя бы чуть-чуть. Сначала попробуй съесть, а потом... Сначала попробуй это, а потом я тебе дам выпить. Бывал. А теперь выберите карту, запомните ее. What's the card you saw? Four of spades. Какая была карта? Четверка, пик. Найдите ее здесь. It's not here. Ее здесь нет? Are you sure you saw it? Of course, the four of spades. Вы уверены, что это та самая карта? Конечно. Но где-то она должна быть. Бес. Это будет не так просто. Дверь открыта. Но на этот раз можно не возвращаться. Я уйду, когда буду готова. Ты храбрая женщина. Я была бы храброй, если бы осталась в Англии. А почему ты там не осталась? Я не хотела опозорить свою семью. Потому что женщина из хорошей семьи не должна стать актрисой. Далековато от дома. Мне две. А если ты доберешься в Мексику? Конечно, доберусь. Что ты там будешь делать? Да? Есть буду, пить буду, спать. Работать на ферме, смотреть, как заходит и восходит солнце. Скучно, наверное, да? Не две. Это здорово. У меня фуль. Твой ход.
ручье. Я думаю, что мы ушли от них. Сколько их там? Видел двоих на лошади, может быть, несколько пешком. Скорее, у них один или два пистолета, иначе давно бы нас пристрелили. Слышите меня? Слышим, слышим. Мы не хотим вам ничего плохого, сеньор. Мы хотим быть вашими друзьями. Зачем тогда стреляли? Мой друг, он ошибся. Черт. Лучше тебя меня развязать. Что вам нужно? Мы хотим, чтобы все было по-честному. Нас пятеро и только две лошади. А у вас двое, и у вас тоже две лошади. Дайте нам одну. И все? У нас только два старых пистолета на пятерых. И мы хотим взять у вас. Пошел ты! Сеньор, мои друзья хотят убить вас. Я вряд ли их смогу сдержать. Ты не знаешь, с кем ты имеешь дело? У меня здесь Сэм Стерп, самый известный шериф. Сэм Стерп, со мной. По-моему, Воля, они никогда обо мне ничего не слышали. Или им наплевать. Придется тебе отдать мне мой пистолет. Ты слышал, что он сказал? Да, пошли они. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Сукины дети. Только смотри, целься туда, куда нужно. Надеюсь, ты еще не разучился стрелять? Надеюсь, Воли. Сеньор, а откуда мы знаем, что вы не врете? Покажи свою сучью морду и сам увидишь. Ну как? Теперь я выпью. Извини, Сэм. Давай наверх. Развернись. Я пойду первым. Поехали.
Готово. Да. Уолли, слушай, а где у него ноги? Тихо. Слушай меня внимательно. Ни одного слова об этом. Никому. Ты понял? Он же там задохнется. Единственное, о чем ты должен заботиться, это сказать мэру, что Сэм Стерр здесь, в этой комнате. И завтра он будет на собрании. Все. Ну хорошо, я дам тебе выпить, если ты пообещаешь, что не будешь орать. Ну как? Уолли. Я убью тебя. Гарри, ты спишь? No. Нет. Does your leg hurt that bad? Как нога еще болит? Да так. Ничего еще нормально. В этом вся проблема, Сэм. Никто не может к нему подойти, потому что он ее убьет. И я должен убить его, да? Я так сказал мэру. Пошел ты, никого не буду убивать. Ты должен. Я ему обещал. Я помощник шерифа. Ну, сделай это сам. Но ты же шериф? Пока нет. Дай мне выпить, а? Ни капли, ни глотка. Сначала ты встретишься с Холландом. Ну, давай договоримся. Сначала ты мне дашь выпить, а потом поговорим. Давай, один глоточек небольшой. Холланд. Холланд, we want to talk to you. Выходи, надо поговорить. Come to the window, Holland. There'll be no shooting. Не бойся, мы не будем стрелять. Покажись. Не ходи. Холланд, делай то, что мы тебе говорим. Сэм, go... oh, Сэм, о, черт. Come on, Sam, Сэм, ну вставай. Sam! Сэм. Давай, давай. Даю тебе слово, никто не будет стрелять в тебя. Что нужно? Мы хотим, чтобы ты сдал, сложил оружие и отдал нам девушку. Пошли вы. У нас есть человек, который это сделает сам. Ну и кто же это? Сэм Стерт. Не может быть. Он давно не шериф. Он шериф, и он здесь. Что-то не вижу. Стерт? Стерт.
Стэрт. Дэмэт! Чёрт. He's coming! Сейчас идёт. Боже мой, Сэм Стэрт. Ты его знаешь? Да. Знаю. Стэрт, Холланд хочет тебя видеть. Сэм Стэрт. Сэм, помоги. Если поможешь, я тебе дам выпить. Скажи только что-нибудь. Он здесь. Пожалуйста, Сэм. Это ты, Сэм? Ради бога, скажи что-нибудь. Time, давно не виделись, Гарри. Long time. Давненько. You can give yourself up now, Holland. Ну что, сдаешься, Холланд? Или, может быть, его позвать? Easy. Аккуратней. Easy. Easy. Аккуратней. What do you say? Ну что? I shouldn't have brought you here, Sam. Зря я тебя, сюда привел. Теперь я это понимаю. Я просто хотел показать себя. Сказал, что я знаю одного человека. Но ты же действительно был лучшим. Я тебя очень уважал. Я тебя боготворил, как никого другого. Ты всегда был настоящим шерифом. Ты был законом. И ты был всем нужен. Мы все... Мы все были в безопасности. Мы знали, что никаких беспорядков не будет. И вот для этого ты был предназначен. Это твоя работа, а не кончать свою жизнь с бутылкой в зубах. Все было не так уж и плохо, ведь правда? Плохо? Да тебе не было равных. Сэм Стэрт. Кто это? Кто такой Сэм Стэрт? Один старый приятель. Он был шерифом. Ловил тебя? Иногда. Хороший был человек. Может быть, он им и остался. Знаешь, Бесс, однажды я его мог убить. Но ты этого не сделал. Ну что ты теперь собираешься делать? Теперь я его убью. Он убил шерифа. Но, по-моему, шериф первым вынул пистолет. После того, как он ранил Реджи. Но этот Реджи первый стрелял. Но Холланд хотел его убить. Мне кажется, что он просто хотел себя защитить. Знаешь что? Что я здесь делаю? Скажи мне откровенно.
Я должен его убить? Нет, ты его должен взять, предать закону, предать суду. Но я уже представляю, как я это сделаю. Я возьму у него пистолет, попрошу его пойти в суд, и все будут довольны, да? Нет. Они хотят увидеть спектакль. Они хотят, чтобы кого-нибудь убили. Одевайся. С тобой хотят встретиться. Мне тоже надо побриться. Нет, подожди, подожди. Только после собрания, только после собрания. Я сейчас, один глоток, один небольшой глоток. Нет, ну, Уолли. Уолли, сейчас. Я ее разобью. Я тебе яйца оторву. Если ты это сделаешь, то ничего вообще не выпьешь. Так после собрания, да. Хорошо, после. Шериф, мы очень рады видеть вас. Заходите, заходите. Вы нам очень нужны, шериф, очень. Вам налить? Ну, скажите нам, шериф, скажите, что вы хотите сделать? Ну, сначала я должен убить Холланда. Сначала я должен получить деньги. Мы уже все подготовили. Уже? Да. $200. Сэм, вы куда? Хватит с меня. Сколько? Для того, чтобы взять эту дикую собаку, сколько? Посадить его за решетку или убрать его просто-напросто? Или убрать его? $2000. You got it. Хорошо. You must be Reggie. Ты, наверное, Реджи. Каждый идиот это знает. Вы что, с ума сошли? Это по $5 с каждого человека в городе. Я сам все сделаю. Договорились, шериф. Краситель для волос. Гарри, ужин готов. Хорошее средство. Чудеса творит. Мне его дал один старый индейский вождь. По-моему, еще больше людей собралось. Мой старик говорил, если ты видишь, что собралось много народа, держись от них подальше. Умный был человек. Не совсем. Однажды он забрался на крышу конюшни во время грозы, для того, чтобы посмотреть, нормально ли все с громоотводом. Ну, после похорон
Все сгорело. Бесс. А что, если мы с тобой немножечко выпьем? Холланд. Сэм Стэр с тобой говорит. Отпусти девушку. Я ее отпущу, а потом взорвете этот отель. Мы не хотим тебя убить. Мы хотим тебя предать суду, и все. Чушь, не верю. Спускайся. Ты поднимайся. Нет, ты спускайся. Лучше ты поднимайся. Поговорим за стаканчиком виски. Как умный... Открой дверь. It's open. Открыто. Он вам что-нибудь сделал? From time to time. Ну, иногда. Закрой дверь. Как же ты, Холланд, а? Прячешься за юбкой. Ну, во-первых, это не твое дело. Мне сказали, что ты украл деньги, убил человека. Чушь собачья. We'll find that out at the trial, ну что ж, выясним на суде. Черт меня подери. А они знают? Что? Что ты алкаш? Пьяный или трезвый, я всегда с тобой справлюсь. Боюсь, что они ничего не знают, иначе они бы тебя сюда не прислали. Шериф, как вы там? Мы разговариваем. Разговариваем. Все, расходитесь по домам. Итак, значит, не ты первый вынул пистолет, нет? Ты должен был убить шерифа? Так случилось? Ладно. Пусть девушка уйдет. Я хочу остаться. Красавчик Гарри. Да. Ну что ж, есть у меня возможность подумать обо всем этом, поразмыслить. И я могу сказать, что мы влипли. Ну, это уже не в первый раз. Да. Я помню тот день, когда ты стрелял в судью. Прямо в зале суда. Но это был настоящий сукин сын. Надеюсь, сейчас его уже нет на этом свете. Я тоже надеюсь. Да, были времена. Но все меняется. Человек стареет. Ну, что, старик, с нами это случается. Что ж поделаешь?
Почему ты меня стариком называешь? Да когда мы с тобой встретились первый раз, я совсем был ребенком. Ты ехал к Джесси, и все знали, что ты будешь у него. Но потом ты все... Потом ты все переиграл. И я тебя нашел в парикмахерской. И вот в тот день я тебя мог спокойно пристрелить. Почему же ты этого не сделал, а? Не надо. Мы были одни. Никто нас не видел. Я 10 лет за ним гонялся. 10 лет. И вдруг мы встречаемся, и он меня не стрелял. Ты в меня тоже, по-моему, не стрелял? Почему ты не стрелял? Потому что у тебя не было... Улыбается мне. Ты не стрелял только по одной причине, что никого не было вокруг, и никто не смог потом всем рассказывать, что красавчик Гарри убил Сэма Стерда. Тогда почему ты не стрелял? С меня уже было достаточно. Настрелялся. И ты стал алкашом, да? Да, жизнь полна сюрпризов. Особенно, когда я тебя нашел в этом вонючем отеле. Я еду в Мексику. Никуда ты не едешь. В каком-то смысле. Я тебя туда не пущу. Почему? Потому что это моя работа. Кроме того, мне нужны деньги. Да, жизнь полна сюрпризов. Мы уже думали, что вы не вернетесь. Деньги готовы? Ну, что там случилось? Подождем судью. Он приедет из Union Wells. Это целую неделю ждать. Нет, нет. Он будет с утра. На поезде приедет. Ну ладно. Уберите всех людей. Здесь у нас не цирк. Все по домам. По домам, все, пожалуйста, по домам разошлись. Ну? В комнате. Сейчас. Сэм, ради бога, только не на улице. И ты, Брут. Итак, леди и джентльмены, это было небольшое вступление к тому спектаклю, который мы вам покажем о кровавых временах Юлия Цезаря. 25 центов с каждого взрослого человека, включая буфет. Вставай. Move yourself. Живее, живее. Well, what can I do for you, boys? Что вам нужно?
Покажи, как ты быстро садишься на лошадь и сматываешься отсюда. Я это сделаю после суда. Ты нам не нужен. Но скоро приедет судья. Вот он приедет, и мы с ним как-нибудь сами разберемся. Но мы же договорились, по-моему. Договариваться с алкашом? Нет уж. Я понял. Ты хочешь взять денежки и смотаться отсюда? Ну и что ты собираешься сделать? Сам все хочешь сделать? Он убьет девчонку и тебя заодно. Заткнись, ты, сукин сын. А теперь... Отдай деньги. Быстрее. Может быть... Вот это поможет тебе. Выпей, шериф. Давай. Слежи все. Не надо меня сердить, Реджи. Давай, давай. Давай. Язычком. Быстрее. Слизывай. Черт. Второй раз уже. Тебе повезло. Ты знаешь, где тюрьма. Давай туда быстрее. Ну ладно, держись. Это последний раз ты гуляешь по нашему городу. Это нечестно. В чем дело? Этим ребятам надо побыть в закрытом помещении. Пошли. Смотри, у тебя кровь. Разошлись быстро отсюда, все. Ну-ка, слезайте оттуда. Слезайте. Шериф, в чем дело? С каких пор она строится? Ну, с тех пор, как он закрылся в отеле? Ну, слезайте быстро. Слезайте, я сказал. Я приказал. А теперь я приказываю. Я хочу, чтобы все оружие было собрано у шерифа. Вы меня поняли? Пошли отсюда все. Вам нужен был шериф. Я вам привел его. Themselves, and that their enterprise does now unmake you. I have given suck, and know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out, had I so sworn as you have done to this. Be damned. What the da da. So, Miss Macbeth. Это Макбет. Ничего себе. Никогда такого не видел. Здорово. Скажи, а что это значило? Это значит, что если ты говоришь, что ты собираешься что-то сделать, то ты должен это сделать. Ну, представим себе меня. И тебе, так же, как и мне, нужны зрители. Так что то, что я тебе говорю, это абсолютная правда.
Холланд. Ну что тебе еще нужно? Иди сюда, я тебя закрою в тюрьме. Иди сюда. У меня здесь никаких шансов нет. Приедет другой судья из другого города. Завтра утром. На поезде. Все будет по-честному, я обещаю. Я подумаю. Здесь у вас Гарри Холланд? Здесь. Он в тюрьме? Пока нет, но скоро будет. Хорошо. Я помощник шерифа. Сэм. Я только что видел этого судью. Ты знаешь, кто это? Нед Фоссет. Тот самый судья. Не его ли Холланд случайно тогда ранил в горло? Это я, Сэм. Что тебе нужно? Открой. Кто с тобой? Никого. Судья приехал? Да. В чем дело? Это Нед Фоссет. Ты обещал, что все будет по-честному. Да, я знаю, но... Сукин сын. Он насиловал, грабил, убивал. И милосердие по отношению к нему. Это неуважение духа нашей страны. Пусть Господь Бог будет ему судьей. Гарри Холланд. Я не успокоюсь, пока мы его не повесим. Но мне кажется, что мистер Холланд не отдастся в руки властям из-за вас. Он знает, что я здесь? Да. Тогда как мы его оттуда выкурим? Давайте подумаем.
Three if he wins. And if he loses. Если он выиграет, I'm calling him out first thing tomorrow morning. То тогда конец всему. Завтра я его вызову на поединок. Он и я. Холланд. Выходи. И выпусти девчонку. Сюда, сюда. Still give yourself up, Perry. The hell I can't. Сдавайся. Нет, шериф. Мистер Холланд. Он убил его. Отличный выстрел, шериф.
Не трогайте его. Все, конец. Возьми пару человек, положите его на эту повозку, я его сам похороню. Для того, чтобы оправдать ваши расходы. Let's hope Bell City never witnesses such an act again. Надеюсь, что в нашем городе больше такого не случится. Аминь. Кладбище Bell City. Кто-нибудь из вас хочет выпить хорошего виски? Конечно, хочет. Нет, я не буду его пить. Какая вонища, что это такое? Это придумал Гибсон. Из кетчупа. Ты кое-что еще забыл? Ах, да-да, конечно, страховка. Вот ваша половина. Знаешь, Сэм, мне кажется, что все-таки я был первый. Нет. Я первый вынул пистолет. Нет. Да.